Привет! С вами мисс Огородник. И сегодня мы с вами займемся перцами. В прошлый раз мы замачивали семена. Посмотрите, прошло 3 дня и чудо! В Подмосковье вот так вот дружненько взошли. Итак, берем стаканчик, насыпаем сюда земли. Земли насыпаем половину стакана. Можно немножечко больше, но не полный. Смачиваем. Перемешиваем палочкой. Хорошо перемешиваем, потому что там может быть сухо. Так, берем наше семечко красивое, любое. Ну, возьму вот это. Смотрите, какая прелесть, да? Так, делаем с вами углубление на сантиметр. Угу. И вот так вот опускаем туда семечко наше. Росточком вверх, хотя он сам себя найдет, даже если мы это не сделаем, не переживайте. И немножечко его нужно прям вот так вот уплотнить. Все, мы с вами посадили, ну и будем ждать, когда у нас теперь он прорастет. Но не забудьте накрыть, сделать ему баньку. Да? Потом это нужно будет снять, как только появится маленький росточек. Все, вот так вот. И поставьте его куда-нибудь в теплое место. Ребята, не забудьте подписать. У меня это чудо Подмосковья. И число сегодня 08.02. Все, всем пока!